Друзья, хочу снять для вас красоту Балтийского моря в декабре. Супер! Вот здесь вот продолжается строительство набережной. И это прям супер! Это очень приятно. В сторону как раз Светлогорска 3 и дальше. А вот в эту сторону... центра Светлогорска и дальше Отрадная. Здесь еще хочу сказать, что здесь даже летом ходить было не очень комфортно, а сейчас уже есть место, где удобно можно прогуляться зимой вдоль набережной. Прекрасно.